Я сделала уху. Вот. Это у нас сом. Рыба сом. А что, папа купил сом? Да. Большую голову я сготовила из них. Жалко, что я не видела. Это очень полезная пища. Называется уха. Мама, очень я просто готовят. Смотрите, сколько мяса много. Хорошая уха. Простенькая такая картошечка, лучок. Морковочка. Это просто замечательная погода. Мама, так тепло, бабушка, что дети побежали на скейте кататься. Гулять пошли. На пенниборде, да? Да, и еще на гироскутере. Угу. Уже со школы пришли, уже время у нас. 16:00. Мама, вот голова. Вкусная? Это голова. Кусай рыбку. Это голова. Полезная? Это голова. Да. Сейчас Милана будет посуду мыть. Откуда это? Откуда это? Дед дал. Деда дал? Он что, купил, что ли? Нет. А где он взял такую машину? Ему кто-то дал, что ли? Нет, ему кто-то дал или валял. Может, он в лесу нашел? Наверное. Ничего себе! Какая крутая машина. А ты чем занимаешься? Библию делаю. Чего, о чем пишешь? О чем пишешь? Иосиф прощает своих братьев. Шарики хорошие, приятные. Ты большой мальчик стал, да? Чего у тебя там? Покажи мне. Машина. Ух ты, какая классная. А что за машина, ты знаешь? Пожарник, правильно. А кто тебе сказал? Вениамин. Вениамин? Да. Ой, спасибо братишке твоему. А кто тебе дал ее? Вениамин. Вениамин? Это вроде бы деда нашел. Ух ты. Нет, вот так. Угу. Крутится, она там крутится, видишь, такая штучка. Там крутится. У нас вот сломалась качеля. И деда вот так придумал, проволокой завязал ее. Теперь она у нас чуть-чуть наперекосяк. Не знаю, может, старая из-за этого сломалась. Закрутила проволоку вот так вот. Ну, тоже ничего. Посмотрим, сколько, как она выдержит. Вим разбирает носки. Ищет их по парам. Он сколько накопилось одноразово. Пиу, 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 пиу. Вот какой молодец. Ты уже сколько разобрал, молодец. Умница. Сейчас Мария развесит на улице вещи. На улице тепло, солнышко светит, все быстро высыхает, хорошо. Миланочка перемыла всю посуду. Умничка моя. Девочки, идем. Не будет падать. Ну ты же тут, во дворе. Падать. Идем. Умеет. Падать. Не умеет. А что? Умеет только бабася. Ты же обувь неправильно одел. В разные стороны смотрят. Правильно. Нет, они в разные стороны смотрят. Должны друг на друга смотреть. Они должны дружить. Переодень. Нет. Да тут переодень. Тут? Да. Друг на друга переложи их. Да. Вот, молодец. Запомни, они должны дружить. Вот теперь они дружат. Одевай. Мама, они дружат?
теперь. Да. Я сама. Вот, вывешиваем белье. Мама! Мама! Вениамин, ты что, спишь, что ли? Или на солнышке греешься, как кот? Греюсь. Осталось только мяу сказать. Мама, у меня деда. Вот, как деда наш починил. Замотал. Это зайка, мама. Да, вышку кто-то сломал. Мама, это зайка. Тут хорошо, хорошая, да, погода? Нет. Может, поможешь, Мария? Мелкие вещи повесишь на топчину, ладно? Что делаете? Вы еще пожить.